20 лет существования, сотни предоставленных займов. Все это фонд поддержки предпринимательства Заречного. Все это время организация занимается продвижением и развитием бизнеса в нашем городе. В год где-то мы 100 займов предоставляем. Ну, как бы вот, и, наверное, это и есть наше достижение. То есть это доступные заемные средства для предпринимателей нашего города. Мы к этому стремимся, сделать их еще более доступными. И даже в такой праздничный день зареченские предприниматели говорят о делах. Об эффективности управления бизнесом, о росте и развитии взаимодействия с клиентами. На семинаре, который ведет один из крупнейших российских бизнесменов Дмитрий Потапенко. Он объяснил, в чем секрет успешности крупных сетевых компаний. Это технологии, внутренние технологии организации труда, которых, как правило, у несетевых операторов просто нет. И поэтому умирают не по причине того, что они сильные, а потому что мы слабы. Такой подход к бизнесу требует дефрагментации, дробления задач, предельной конкретики и четкого планирования. Когда я открываю объект за 6 миллионов рублей, это стандартный бюджет для открытия одного магазина, я знаю, сколько там будет пластика, их там будет 2. Я знаю, сколько будет там тряпки для мытья пола, 7 поклонных мешков. И дальше по списку. Только в этом случае есть возможность организовать жизни и конкурентоспособное предприятие, которое потом сможет выйти за пределы города и области. Ведь бизнес – это прежде всего стратегия и тактика, умение думать на несколько шагов вперед. Ксения Тризна, Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный».